Здравствуйте. Волатильная война между долларом и рублем уже начинает надоедать. В понедельник рубль пошел в атаку и здорово укрепился против американца. На 16 февраля Центробанк установил курс доллара США на отметке 77 рублей 77 копеек. Вечно зеленый подешевел почти на 2 рубля. Курс евро 87 рублей 19 копеек. Золото стоит 3176 рублей за грамм, серебро стоит 40 рублей за грамм. Нефть продолжает расти с прошлой недели, и в понедельник за баррель Brent давали 33 доллара 58 центов. А на выходных АвтоВАЗ начал продажи новинки Lada X-Ray. Правда, завод сам толком не определился с позиционированием машины, а РСА продолжает консультации с Центробанком по поводу регламента замены полисов ОСАГО на новые. На сегодня это все. Удачи в делах!